Как красиво поставить на место мужчину, который слишком быстро предлагает тебе секс. Я бы сказала: слушай, а че ты такой быстрый? Ты и в ЗАГС меня так же быстро позовешь? Вот я не могу никак понять. В нашем современном обществе появились какие-то незаменимые женщины. Ну, предлагают тебе. Спеши, воспользуйся этим шансом. Не хочет ебаться, не ебись. Хочешь ебаться, ебись, блядь. Какой ЗАГС? ЗАГС нужен кому? Мужчине ЗАГС не нужен. А женщине ЗАГС нужен с одной лишь простой причиной. Что это обновление ее статуса. Она была блядью, которую все там шпехали, блядь. Зайчику давали. А стала жена. Замужняя женщина. Как-то так.